Всем привет! Сегодня у нас вот такие вот две небольшие посылки. Давайте мы сразу их раскроем. Быстренько, коротенькое будет видео у нас. Вот. И что это у нас? Это у нас два переходника с GearBest я заказал. Вот так они их воткнули друг в друга. Не поломались? Нет, не поломались. В общем, вот такие вот переходники, они мне очень понравились. Это типа GoCom, ну, немножко... GoCom, у нее там, мне кажется, немножко лучше пластик. Но эти тоже очень неплохие переходники. Вот, поэтому я заказал два штучки себе, пусть у меня будут. По поводу переходников добавить хотел. Написано в накладной и в заказе GoCom, но... У меня есть GoComовская уже была, и она была подписана GoCom, прям написано было на ней. Здесь же ничего нету, ну то есть я подозреваю, что скорее всего это тоже GoCom, но без отображения. Вот, ну и вторая посылка. А, вот еще одна, не знаю как их, фонарик назвать. Для ребенка уже несколько было разных, кто там у нас был, Дарт Вейдер был. Был вчера из мультика Лила и Стич. Вот, Стич вообще классный, зашел просто на ура, ребенок доволен, он, папа, спасибо, что ты мне подарил, вот. Я ему обещал, еще раз расскажу историю всю, мы были в магазине в одном нашем в городе, и ему понравилось, много висело всяких вот таких вот прикольных штук. И они стоили, ну, если на наши переводить, где-то 2,5-3 доллара. Я ему по ребенку пообещал, что я ему куплю больше маленьких вот таких фонариков. Ну и пока потихоньку исполняю свое как бы обещание. Уже, получается, пришел Дарт Вейдер, Лила и Стич. Вот пришла вот такая вот, не знаю, как ее назвать, на что это похоже. Вот печенька. Или, знаете, похоже, наверное, на Xbox игра была Super Meat Boy. Вот что-то на героя этой игры похоже. Вот, ну давайте посмотрим, что он делает у нас. Тоже говорит I love you, как и Stitch. Буквально недавно был обзор. В нем был, мы распаковывали Lilo и Stitch. Ну, он так, типа, I love you, I love you, I love you. Немножко зажевывает. Вот, вот такой вот прикольный штук у нас. Вот, давайте еще раз. Так, вставить не могу. А зачем вставлять, я сегодня вручу ему. Вот, итак, смотрим еще раз. Вот такие вот переходники. И вот такой вот штук, фонарик, вот, для ключей. Все, всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!